В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия. Видно, что она немножечко вот здесь больше. То есть приподнялась картина. Вот. Важно соблюдать размеры. Вот. Иначе у нас тогда не получится. Точно. Вот. Сейчас мы подрежем. Так, немножко нужно подрезать. Чтобы это все зацепить, но где-то нам надо. Глаз сейчас подрежем. Цена ясна. Вот в конце немножко. Немножко дадим побольше. Так вот. Вот так. Так, подрезали, но вот теперь. Алюминия теперь у нас уменьшается размер. Ну и теперь нам нужно вот эту кромочку, нам нужно ее заваливать вот сюда. Вот здесь у нас ослабление сделано правильно, грамотно. Вот. Ну, можно разными способами отгибать. Вот, можно использовать вот такую оправку. Вот такую оправку можно использовать. Она специально сделана. Вот, подставляем. Она как раз 35. Вот, подставляем и обнимаем, да? Вот это можно использовать. Она специально сделана, штубаевская такая оправка. ПВХ полиэтиленная. Вот. Второй способ, можно вот такой вот. Можно использовать вот такая, она просто оправка. Такая удобная оправка. Ее можно приложить. Она тоже 35. Ее тоже можно отгибать. Ну, вот как вот так. Можно оправкой штубаевской. Ну, штубаевской оправки здесь имеется такой небольшой наклончик. Вот. Вот здесь вот. Специально он сделан. Для того, чтобы подводиться. Нет, не подводиться, а чтобы отгибать. Вот, отлично. Ну и есть еще оправка шачного. Я ее придумал. Оправка шачного. Вот так вот она выглядит. Вот так она выглядит. Вот эта оправка. Ее особенность в том, что все как на обычной оправке для двойного фальца. Только вот эта единственная часть, видите, она сделана с таким вот отрезированным углом. Вот. Ну, сейчас попробуем. Вот. Мы тоже оправку шачного поставим. Можем тоже продолжить отгибать кромку. Тоже отгибать кромку. Ну и можем. Видите, сколько разных способов. Вот. И инструмент разный. Мы можем отгибать и прямо вот
нашими клещами кройными под 45. Это самые распространенные клещи под 45. Ширина, по-моему, 60. Да, 60. Мозга 60. Вот, можем тоже вот так и ею тоже погибать. Способов очень много. Очень много способов. Ну, после того, как мы отогнули, вот мы переворачиваем. Ну, конечно, киянку можно использовать другую. Есть киянки такие. Собственно говоря, вот эта киянка. Вот эта киянка. Как у нас киянки нет, нужно ее использовать. Почему нет? Использовать справку шващего. Сюда мы ее ставим. И нагибать дальше. Нагибать дальше. Вот какая разница. Вот, ну что, вот это просто тяжелее киянка. Понимаете? Эта киянка тяжелее. Вот штубаевская правка. Вот мы сюда ее ставим. Вот она. То же самое. То же самое. Поэтому здесь, конечно, если есть выбор, лучше взять такую киянку, лучше оправку взять шачнева или двойного фальца. Вот так вот. И ее, уже при помощи нее уже отъехать. Не надо так. Здесь можно. По-разному можно использовать маленькую киянку. Обычно в этих случаях использовать киянку большую. Вот так это выглядит. Немножечко дадим отгибку, чуть-чуть. Ну и остальное уже при помощи рамок двойного фальца. Так вот они выглядят. Ну, можно. Вот здесь вот, что хорошо, здесь имеются вот такие вот накладки этиленовые. Вот. И они что делают? Если у нас, например, металл, полиуретан там или еще какое-то покрытие такое не очень сильное, ну не пурал, даже пурал могут рамки царапать. Поэтому вот с этими накладками мы рамки не царапаем, но главное перевернуть, установить ровно. Надо вот так. Некоторые начинают вот так вот прям заворачивать криво. Это неправильно. Нужно прям поставить, чтобы все полностью вот это вот лежало на металле. Не было. И с небольшим усилием вот так сверху надавливать. Можно даже вот так, если, допустим, металл такой бывает 0,6, такой столистый. Начинаем вот так потихонечку его. Вот так потихонечку. И следим, чтобы прижато было. Вот, и дожимаем, 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 дожимаем. Вот так вот дожали. Ну вот так вот у нас получился. Вот такой вот
Ну и здесь вот можно теперь какие-то эти места уже. Немножко. Запряжать. Здесь у нас. Ну, не сразу все получается. Как-то так. Не забываем, что здесь у нас до конца даже это. Ну, посмотреть. Вот у нас небольшой, конечно, гребень получился. Вот все наши линии, видите? Все наши линии, потому что здесь немножко приподнялось. Вот. Их надо убрать. Так получился гребень. Двойной стоячий фальц, окончание гребня. Полукруг. Вот так вот выглядит. Ну, какие тут замечания могут быть? Вот здесь вот идеально было, вот здесь, видите, такие вмятины, минус. Вот так вроде здесь все нормально нагнуто. Здесь все это аккуратно. Чуть-чуть вот здесь вот. Так, вот здесь вот. Иногда вот тут вот можно на гребень немножко подправить. Ну, на гребень небольшой. Здесь чуть-чуть прижать, чтобы подправить. Ну так, интересно, конечно. Но это опыт всех ударов, эти все помятости, они, конечно, минусуют. Ну так, если в общем посмотреть, вот здесь вот тоже, я говорю, это с опытом приходит, поэтому здесь уже. Так идет, потом приходит. Ну, как-то так.